Паніте панове, моя промова буде дуже короткою. Дамы и господа, моя речь будет очень краткой. Я хочу сказать, что получить эту награду – большая честь для моего народа, народа Украины. А для меня сегодня большая честь держать ее в руках. Чувство, будто ты держишь отображение рыцарского духа самой Польши. Знаете, вы предоставляете нам духовное оружие каждый день. Старый польский девиз, который знают все украинцы, знали его задолго до войны, а сейчас эти слова отображают все естество нашего братства. За нашу и вашу свободу. Спасибо, что вы с нами сейчас. Знаем, что вы будете с нами до конца, а именно до нашей и вашей победы.